Как живут ветераны и в чем нуждаются, узнал губернатор Станислав Воскресенский. Во вторник он встретился с добровольцами организации «Волонтеры Победы». Ребята ходят в гости к участникам войны и труженикам тыла, помогают им, узнают об их заботах и проблемах и стараются проблемы эти решить. Мы ходим не только 9 мая, но в течение всего года мы общаемся с ними. Часто ветераны, которые у нас закреплены за определенным, общаются с ребятами в течение года, на день рождения, в праздники. Также и без повода приходят, общаются, иногда на огороде чем-то помогают. Поэтому здесь нет такого, что это 9 мая. А так, самое главное для ветерана – это живое общение, общение с волонтером, общение с молодым поколением, чтобы эта поколенческая связь не прерывалась, и мы друг друга понимали. В регионе проживает около 500 ветеранов Великой войны. Посетить лично волонтерам удалось чуть меньше половины. К остальным не пускают родственники. Тяжелые воспоминания могут нанести вред здоровью. Очень важно каждой семье участника Великой Отечественной войны, которые еще живы, оказать внимание, узнать, как люди живут. Я знаю, что вы более 200 участников посетили за это время. Хотел бы, чтобы вы мне рассказали о результатах своих посещений. Убраться в квартире, приготовить еду, почистить снег зимой – такие задачи для волонтеров вполне выполнимы. Но не все мечты ветеранов можно осуществить так просто. Есть у нас замечательный ветеран Надежда Николаевна Блохина, она участник Великой Отечественной войны, и она бы хотела поучаствовать в бессмертном полку в Москве. Она у нас в Иванове каждый год участвует в бессмертном полку, ей 93 года, и она полностью проходит этот бессмертный полк, и вот у нее есть большая мечта также пройти бессмертный полк в Москве. Надеюсь, что получится по параду Победы, но что вас прошу отработать, если у нас это получится, то, конечно, надо будет, чтобы у нее был сопровождающий. Думаю, что лучше, чтобы это был ваш коллега из организации «Волонтеры-медики», потому что парад Победы – такое мероприятие ответственное. Обещал губернатор исполнить еще несколько желаний. Три ветерана хотят отправиться на санаторно-курортное лечение в Оболсуново и Станка. Это не проблема, ответил Станислав Воскресенский. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.